Потоки желающих приобщиться к высокому стремительно тают. Коронавирус добрался до культурного наследия региона. Минкультуры России посоветовала подведомственным подразделениям закрыть двери для посетителей. Несмотря на сложившуюся ситуацию, музей не закрыт, но в ближайшее время не планируют проводить массовые мероприятия, какие-то акции, открытие выставок и фестивали. Для массовых посещений массовые мероприятия в музее временно приостановлены и перенесены на неопределенный срок. Каждые два часа в Мордовском краеведческом музее генеральная уборка. Моют, труд, протирают. Везде витает запах истории и чистящих средств. Инструкцию по уборке помещений спустили сверху. Оттуда же пришли рекомендации сотрудникам и посетителям. И есть даже такие нормативы. Больше 3 человек на 10 квадратных метров не собираться, будем так говорить. И вот мы будем придерживаться, регулировать посетителей, чтобы не сталкивались они друг с другом. Такая же ситуация и в музее Эрзи. Чистота и проветривание в приоритете. Для ценных экспонатов мирового уровня здесь используют специальные салфетки. Коронавирус к ним, конечно, не прицепится, а вот посетителей оберегают. Пока посещаемость чуть поменьше, в меньшем количестве, но пока люди ходят, пока не переживают, не боятся. Превентивные меры используют не только музеи. Библиотекам рекомендуют перейти на дистанционный режим работы. Они должны будут открыть книжные хранилища для онлайн-чтения. Например, краеведы проведут виртуальные экскурсии, лекции и уроки. Кроме того, все музеи присоединятся к социальной акции «Музей в каждый дом» и покажут экспозиции онлайн. Наталья Тюрина, Александр Данилов. Наши новости.